Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть в Ark Survival с модами Primal Fear. В сборку я добавил два мода. Первый — это Primal Fear Unofficial Extras. В комментариях довольно-таки много людей его посоветовало. Неофициально как дополнение к Primal Fear. Говорят, что ништяк. Окей, поверил, слушаю, повинуюсь, добавил. Второй мод — это Prehistoric Structure. Мне почему-то захотелось с помощью этого мода построить основную базу. Когда-то я с ним один раз, по-моему, играл. Кто помнит, тот помнит. Я так понял, какие-то еще ништяки должны появиться. Ну, вот это Prehistoric Structure. Два верстачка. Декор и сами постройки. Infernal Transformation Item. Опа. Вот оно, да? Неофициальное дополнение. Кстати, спасибо, что подсказали. Чтобы приручить токсик карбонемиса, надо токсик киблы. Я не огораживаю базу воротами, потому что у меня мало ресурсов. И не огораживаю деревянными шипами, просто потому что вокруг ходят альфа-бронтозавры, брахиозавры. Не дай бог он там заденет эти шипы, поранится, разнесет мне всю базу. Нафиг надо. Поэтому терпим. Просто живем в домике, наслаждаемся природой. А где ништяки обещанные? Они в верстаках? Toxic Veggie Cupcake. 8 яиц нужно, нифига себе. Семена наркобери, семена тинтобери и наркотик. Вот. Вот с чего нам надо начинать будет. Нам нужен трайк. Или паразавр на худой конец. Токсик кибл. Яйцо динозавра, протухшее мясо, наркобери, морковь. И волокно. Я не знаю, на Lost Island растет морковка в дикой природе или нет. И смотрите, кое-что от себя еще добавлю по поводу коллекции модов, которые я выложил. Там есть моды, которые добавляют существ с Генезиса, с Экстиншена, добавляют с Выжинки. Вы можете эти моды не ставить. Если на карте, допустим, есть аберрация, то можете не ставить мод, добавляющий существ с аберрацией. Если есть выжженные земли, тоже можете этот мод не добавлять про выжженные земли и так далее. То есть по аналогии. Я себе поставил все, потому что мне кажется, что, ну да, есть у меня здесь пустыни, есть выжженные земли, и эти существа будут там спавниться. Но когда я добавляю этот мод, то богомола я могу встретить, ну, допустим, вот здесь на пляже. И мне кажется это интересным. Ну, а вы можете уже на свое усмотрение, если компьютер перегружается, можете не ставить и ходить за богомолами, ну, в пустыню. 79. Нифига себе. Не, я могу чуть-чуть подраться. Вдруг справлюсь. Это же все-таки додошка, а не тираннозавр. Кто? Кто она? Смотреть не вижу. Не могу прочитать, очень быстро мелькает надпись. Блин, ну она меня пробивает в обязательном порядке. Это альфа-додошка, я вижу. Уже краснеет. Как и я тоже, кстати. Я чуть-чуть быстрее ее убиваю. Е-е-е. А где вот этот богатый лут из Primal Fear, который всегда был? Ты бегаешь по карте, тебе все валится, валится. Ты выбираешь, одеваешь, обуваешь, блин. А это что за бычка? Простите. Мне вообще стоит с тобой драться? Опять альфа? Да, блин. Ну, давайте. А, ну это быстрее. И сумки опять нет. Тю, блин. Матч и снайпи гомостакс. Огромный. Редкий гриб. Да вы задолбали. Реально. Пойдешь на мясо. За то, что жадный. Брат, запрыгивай, запрыгивай. Эть. Он почти... А, межоберри украл. В смысле? Я не вижу, чтобы он приручался. Он просто бычит на меня. Нет, брат, я тебе не прощу. Каменные стрелы. А, вон оно все. Выпало обратно. А вон что-то летает. Огромный, с фиолетовым свечением. Может быть, он и не агрессивный. Но проверять со своим единственным раптором мне не хочется. Там еще такой попугай, только огненный. Давайте-ка я дома оставлю братков своих и схожу. Electric Parrot. Но он не агрессирует, он просто застрял. Ну, 60-й. Воздух прям вокруг него весь в этих молниях.
Я могу здесь забежать? Мне кристаллы нужны. Откуда баф взялся? Найдена заметка. А я где-то заметку взял? Какого хрена происходит? А, это дракон. А ты почему такого цвета? Я немного опасаюсь этих ястребов. Но хочу залутать бронта. Ну, в смысле, мясо. Сумка. Позвонок? Нафиг надо. Primal Tech Prozaur, простите. Я просто проходил мимо. А я думаю, что он набычился и типа стоит, ждет. Не дай бог, не дай бог, куснешь его. Все, до свидос. Уровень, брат. 200-й, нет. Хотя других-то я и не видел. Может, его вырубить? Пусть будет. Ну-ка. Если смогу вообще. Есть. Давай, приручайся. 18 точно хватит. Это огромный ихтернис, я правильно понимаю? Да. Просто гигантский. Интересно, чем я больше соберу? Топором или раптором? Наверное, раптором, у него урон большой. 35. Это за маленького. 31. Так, птер. Да. Здоровье уходит. Кристаллы нашел. Быстро собираем. О, как хорошо сыпется каменной киркой. Найс. Сразу проверяем. Убрать я его никуда, кстати, не могу. Потому что некуда. Как вам такое? 72 тысячи здоровья. Неприручаемый. 38 тысяч оглушения у 60-го. И его надо оглушать. Я брал этот мод вообще на шарике? Я не поставил Dino Storage, и вы мне об этом не сказали. Я знаю, что нам сейчас нужно. Ух ты. Ну, с деревом совсем другое дело, я вам скажу. Абсолютно. Дерево вообще не подходит под эту местность, но я думал, что оно другое. Сейчас покажу, какое я хотел на самом деле. Да. Оно более-менее. Ну ладно, оставим и то, и другое. Гигантский ихтиорнис. Элдер. 133 гребаных тысячи оглушения. Дарк Пэрот. 91 тысяча оглушения. Брахиозавр. 80 тысяч. Бронтозавр. Обычный. 45 тысяч. Буду рапторов приручать до конца сезона. Делаем арбалет. Делаем стрелы из мода хотя бы. Сюда в угол. Закинем металл. Седло для капразуха красное. Чего? Красное? Какое? Почему оно красное? Ой, нормально. Фейбл анкилозавр. Оглушение всего лишь навсего 216 тысяч. Халява. В луче... О, стрелы. Я заберу. А это нормально? Это же альфа, да, по-моему, был? По цвету альфа. Может, там сумочка есть? Альфа, да. Я бы собрал еще... Это кто вообще?
На Рекса похоже. Сагрессировал. Собрал. А что в сумке? У-у-у. Матерь Божья. Брат, иди сюда. Обратно. Матерь Божья, какие ништяки. Все, улетаем. Блин, чертеж. Сратый чертеж. Это все чертежи, блин. Нахрен мне вперлись чертежи. Дайте мне готовое. А вот 3 патент наркотика и 2 стрелы, это хорошо. С кем ты? С обычным? Апекс Раптор, идеально. Упадет мне лут или нет? Блин, тут правда вот кто летает. Если это говно ко мне прибежит, это будет жопа вообще. Он просто ваншотает, смотрите. Просто ваншотает. Бум. Сумки валяются. Опять блюпринты. Вещи все блюпринты. Он же не бежит. Забрал. Ну да, вещи все блюпринты. Я так понимаю, это как раз вот эта новиночка, да? Что хрен теперь что получше на халяву. Ё-моё! Хаус Рекс! Что за дичь? Ядрить, колотить. Это все возле моего дома. Я вообще поселился не там, где надо, наверное, да? Ну, пошел вон с моего района. На, 49. Как тебе такое? Вон они, красные. Все, пошел ваншотать. Просто. Бум. О, не, смотрите, не с первого раза даже. Все, съел. Давай. Иди сюда. Ну, хотя бы он будет с другой стороны залива. А вот это полезные штуки. Tame Helper. Primal Stimulant. У меня 7 патент наркотика. Это прям супер. Арбалет. Есть. Теперь понять бы, сколько оглушений наносит. У меня так мало этого патент наркотика. И по-хорошему надо выйти и поставить Dino Storage в сборку. Очень странно, что его нет. Извиняюсь для тех, кто начал играть. По ссылке в описании зайдите и поставьте галочку. Он у вас появится. Готово. Мод добавлен. Шарики изучаем. Это очень важно. Максимально. 10 стрел. 11. А знаете, что я бы сделал? Я бы сделал апгрейд стейшн. А здесь дубак. Что здесь? Мне надо быстрее увидеть. Седло на анкила легендарное, блин. 122 брони. Нормально, нормально, пойдет. Уходим сразу обратно. Блин, я бы тот фиолетовый тоже глянул, но он прям на драконе. Прям вот, прям на нем, 100%. Не полечу. Так, трайк 80-й. 1400 оглушения. Ну, в принципе, хороший шанс проверить. Ляжет с первой стрелы или нет? Ну... Ребята. Это еще с арбалета даже, а не с лука. Очень медленно набирается. Давай, заходи.
Будешь мне наркобери собирать. Понимаю, что мелкие, но другого-то нет. Каленый птер только что взлетел вот отсюда. Весь убитый. Но то, что он не ваншотнутый, это, конечно, хороший знак. Так, ну, тратить на него тайм-хелпер, наверное, это бред, да? Так, ну, топор все-таки нужнее. И кирка тоже. О, другое дело. Идеально. Ну, на разик-то хватит? Или нет? Только главное, без фейлов. Зеленый, 184. 9 слитков. Нужно сделать, конечно, стрелы получше, чем у нас есть, да, но навряд ли. Навряд ли у меня есть на это необходимые ресурсы. Ой, серп хороший. Надеюсь, ястребов нет здесь. Давайте. О, ништяк. На самом деле, по-хорошему, мне надо приручать ванильного аргента крупного. Прям такого мощного, с большим показателем вес, и сразу переезжать. Не сидеть здесь на берегу, не расстраиваться здесь, ничего, там ни забор никакие, это все хрень. Сразу искать место, лететь на нем и переезжать. Брать только самое основное. 345 брони. Давайте оденем сразу, ой, нет. Вот так и вот так. Бомж. Но все-таки броня. Получается, нам нужно семена наркобери, семена азулбери, да? Сразу пишем патент наркотик. Вот сюда. И сами наркотики. Ну и, короче, наркобери. Ништяк. Даже самый-самый маленький всратый трайк творит чудеса. На X2 я сейчас играю, если что. Все, спасибо. Твои услуги нам пока не нужны. 300, хорошо. Делаем ступку. Камень 54. В смысле, у меня нет камня? Ну, по идее, мы сейчас запасемся нормально так стрелами. Мне даже вот эти вот не нужны, зеленые, обычные. Они тем более бесполезны в этом моде. Что у нас здесь? 28. Можно еще раз прокачать. Наверное, последний на сегодня. А темп 400. Хорош. Прям захотелось теперь до фиолетового апнуть. Или какой там следующий? Прям ништяк. Если я хотя бы по 1000 буду вкидывать каждой стрелой, я уже много кого могу вырубить. Ну, из тех, кто меня не убьет одним ударом. Там гоняет у нас, по-моему, это он, да, перебрался, Апекс, вот этот, или кто он там? 600-й Аргентавис. Не убивай его, пожалуйста, не ваншоты, нет, 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 нет. На, блин, все, до свидули. Просто ваншот. О, ты кто? Аргентавис, 80-й. Бедолага, просто в таком мире 80-м родиться, это просто печаль. Ни хрена себе. А там что происходит? Целестиал. Мне вообще скоро присесть надо, типа это, подышать. Бум, бум, со всех сторон. Бум, вон там теперь на берегу. Ферокс. Я пошел отсюда. Бум! Бум-бум-бум-бум! Добро пожаловать в Primal Fear! Чхе! Бум-бум-бум! Ё-моё, это демоник мезопитек. Полетели. Аргент. Цвет какашки. Так, убираем. Забираем.
Эй, дядь. Не попало. На. 22 тысячи. Охренеть можно. Ничего себе. Ничего себе, как больно попадает. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, птера бей. Мне надо похилиться. Охренеть. Ну, кэш 600-й. Все мне нахрен переломал. Спасибочка. Да, блин, попал-таки. Ну, я тоже попал. Вот сейчас мне важно в него два раза стрельнуть. А, все, да. Не попаду уже. А, попал. Ха-ха. Попади. Есть. Чё? А, вот вижу. Нельзя саблезубом отдавать. Никак нельзя. Нет, не жрите, сволочи. Ну, капец ему. Просто капец. Доедают. Я не успею не вырубить ничего. Давайте, свалите оттуда. Сожрали. Уроды. Все, погнали. Подготовлен как никогда. За мной. Ё-моё, мне хана. Мне стамины нет. Да, между ног пролечу. Они отстали. Так, мне бы забрать его. Хорошо. Так. Продолжаем разговор. Ну, что, стреляем? Желательно было бы в голову, конечно. Так. Не знаю, есть ли у него хитбокс в голову. По-моему, нету. Так, убегает. На, еще. Этого же хватит? Или нет? Может не хватить. И три. Ну, блин, давай, пожалуйста. Теперь второй вопрос. Сожрут нас здесь или нет? Вроде не должны. Так, на, трачу таймхелпер. Есть. Забираем товарища.
839 уровень. Альфа Кибл. Токсик Эк, Токсик Блад, Лимон. Ну да, огород нужен 100%. Картофель. Бейзик. Босс. Спешл. Да. Ой-ой-ой, сколько киблов я вспомнил. Блин, жесть. Токсик Кибл самый простой. То есть сажаем морковку, приручаем токсика. И, по-моему, Ноксиус — это не токсик. Это все-таки другие существа. Надо будет посмотреть на карте. Ну, куда-то сюда поставлю. Красивый очень столик. Шикарно сделан. Вообще найс. Ну, просто налепили на обычный столик. Всяко разно раскрасили. Но молодцы, прикольно все равно сделано. Уху-ху-ху. Вот дикиблы. Ну, с этим столиком мне все понятно более-менее. Primal Food Cooker. Камень 240. Ну, давайте, ладно. Может быть, он мне и не нужен сейчас, но... Во. Обалдеть. А, да? Просто кейки здесь делать. Ладно, ребятки, на этом я сегодня закончу. В следующей серии будем переезжать и начнем строиться уже, скорее всего, или приручать, наверное, каких-то добывальщиков, но уже на новом месте. Здесь мне неспокойно. Хоть пока это самое безопасное место, но я чувствую, что тут может что-то произойти нехорошее, поэтому переедем. Возможно, куда-то ближе к центру карты. Может быть, на болото. Вот напишите, что вы думаете по поводу болота, мне интересно. Все, всем, кто посмотрел до конца, спасибо. Если понравилось, поставьте лайк. Всем пока.